Всем привет! Я сегодня полез на YouTube, на свой канал, статистику посмотреть. Обратил внимание, что у меня тут появилось за последние несколько дней человек 50 новых подписчиков из Алматы. Это для меня очень много. На самом деле, у меня вот было там 1300 подписчиков, но они были все такие неживые. Живых было человек 60 только там у меня, кто смотрел мои видосы. Остальные были так. И вот, раз у меня появилось столько подписчиков, может быть, кто-нибудь захочет какую-то экскурсию пешеходную со мной совершить, показать мне какие-нибудь необычные, нестандартные какой-нибудь пешеходный маршрут. А то я тут так наугад хожу-брожу. Я, например, знаю, что в той же Москве, не знаю, как там, если как турист приехал, ты можешь там по туристическим местам шататься, а там столько есть интересных маршрутов, не таких, нетривиальных. Я уверен, что и здесь такие есть. Несколько часиков кто-нибудь мог бы со мной пройтись, показать. Какой-нибудь бар тоже нетривиальный, не туристический, зайти, интересный, или кафешку какую-нибудь, или кофейню, какую-нибудь милую, уютную, которую так вот, не знаю, чей, не найдешь. Был бы очень благодарен, было бы очень интересно. Так что, если вдруг у кого такое желание возникнет, пишите, пожалуйста, в комментариях, там как мы с вами договоримся, в WhatsApp спишемся, где-нибудь встретимся и осуществим прогулку. Всем привет. Спасибо.